И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня у нас в эфире Beasts of Bermuda. А полетаем сегодня и с вами поиграем на вот таком великолепнейшем Тропиогнатусе. Посмотри, какой прекрасный, прелестный окрас. Такой, знаете, баламут, я не знаю, пеликан с тигровым окрасом. У меня уже есть патька небольшая. И ребята куда-то устремляются вон на ту снежную гору. Кстати, играю я на сервере Trouble Home. Ссылочка в описании. Естественно, как обычно. Присоединяемся, заходим. Присоединяемся в их Discord. Такс. Что у нас там внизу? А внизу у нас, по-моему... Подожди. Мегалозавры? Или нет? Кто это у нас здесь растится-то? Здрасте, мои хорошие. Да-да-да-да-да, я здесь. Ой, ты посмотри, как мы их рассердили-то. Кстати, я заметил, что буквально графика в Beasts of Bermuda очень-таки изменилась и стала намного лучше. Даже физика изменена. И я знаю, что у этого проекта есть достаточно хорошее будущее. Не знаю, почему некоторым вот не нравится Beasts of Bermuda. Все ругаются за какие-то яркие, токсичные тона, цвета, но... Блин, чем мне нравится Beasts of Bermuda, это тем, что здесь, знаете, так лайтово повыживать. Можно создать свою семью. Это очень здорово. Не то, что хардкор в The Isle. Так, ну ладно. Так, а я так и не понял, это у нас мегалозавры? Нет, наверное. Я могу путать сейчас существ в игре, потому что, блин, давно-давно вы у меня просили Beasts of Bermuda, а я так давно не играл в нее, это просто жесть. Блин, всему, знаете, сейчас надо будет учиться заново. Блин, я хочу пить, и, видимо, вот... Вот этот Тропио, он тоже хочет пить, а рост у него, что у него с ростом? Ну, роста он, наверное, такого же, как и я. Давайте посмотрим. Я еще совсем небольшой, точка 0.637, самец. Я хочу пить. А мне не дают те в хищнике. Боже, меня веселит, как Тропио... На двоечку разговаривает. Ну, то есть кричит на двоечку. Так, подожди, у нас какой-то залетный Тропео или это птеродактиль? Подожди. Вот залетных нам тут не надо. Да, залетные Тропео. И Тропео, по-моему, сейчас будет выходить на тропу войны. Хочет присоединиться. Так, ну, кто-то... Ну, давайте, почему нет? Угу. О, у нас стало больше. Нас стало на одного больше. Так, ну я так понимаю, мне здесь, конечно, не удастся попить, блин. Блин. Ладно. Хорошо, я не буду рисковать. Я даже не буду их атаковать, потому что я им на один укус просто, знаете, на один зубок. Так. Я думаю, что, наверное, я сниму, скорее всего, пару серий по Тропиогнатусе. Не понял, а почему два человека вышло из нашего патти? Я остался с какой-то Мадалиной. То. Он все-таки будет рисковать пить воду? Ну ладно. Нет. Нет, по-моему, он отправился на Северную гору. Ладно, короче, давайте полетим где-нибудь, найдем более лучший источник воды, где безопасно, по крайней мере, нету никаких там других хищников, которые нас могут убить. Давайте прилетим к источнику воды и включимся. Так, мы уже у источника воды, прекрасно. Сейчас попьем. Самое главное ночью. Это что? Правильно. Держать глаз востро. И, конечно же, пошире открыть свои ушки, чтобы услышать, где будет ближайшая опасность. Никакой хищник не вынырнет с этого озера. Блин, это будет обидно, если меня съедят.
Это как, знаете, один раз перед съемкой Trouble Home. Ой, Trouble Home, простите, перед съемкой. Ну, естественно, на сервере Trouble Home. Я вырастил Трапео ростом 1.0, по-моему. И, блин, получается так, что я спустился к источнику воды, и меня там затянул в воду какой-то, я не знаю, водный какой-то, блин, динозавр. И просто меня съел. Блин, так это настолько было обидно. Таких планов на съемку было просто, что хоть откладывай, откидывай, как говорится. Так, напишите мне в комментариях, если прокачать пункт «Похититель яиц», что можно делать? То есть можно стать наглым вором Трапео и воровать чужие яички? Выращивать чужих малышей, да, или есть их. Так, насыщенность, наверное, у нас не будет на высоте. Ой, фу. Мясо завоняло, нет. Потому что, насколько я знаю, вроде бы нужно заняться рыбной ловлей, да? А где найти рыбу? Да еще и ночью. Ночной Трапео. Да. Это так мило. Какая-то огромная кость здесь лежит. Прям непонятно мне. Ой, стой. Стой, 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 тихо. К нам идут травоядные. О, да здесь много травоядных. Смотри, парики и, по-моему, зайхания. Ох. Чьи такие огромные кости? Боже. Неужто какой-нибудь огромные апаты? Невероятно. Честно говоря, я первый раз вижу такие огромные куски мяса. Вот бы сейчас эту кость взять и унести куда-нибудь подальше. К своему гнездышку, да? Да, хватило бы, конечно, бы на не на одно поколение, как говорится. Трапео. Так. Подождите, подождите. Вы что, что такое? А, здесь семья из паразавров. Да-да-да, семья из паразавров. Очень мило. Я бы сейчас, конечно, бы попробовал атаковать малыша паразавра. Сделать ему пару кусик. Конечно, знаете, я там не какой-то маньяк или убийца. Ой, спасибо, спасибо, это очень мило, ты мне принес кусочек мяса. Это самочка, интересно, или самец? Ну, по окрасу, конечно, судить. Может быть, черная самочка, и она ухаживает за самцом. Боже, это мило. Так вот о чем я? Можно просто потроллить малыша, конечно. Паразавра? Не убивая его. Ну ладно, хорошо, давай я. Я с тобой перекушу, да, спасибо. Очень приятно, спасибо. Вкусно. Угу. Что у нас по очки таланта? Похититель яиц. Так, стрессоустойчивость. А вот и наши паразавры. Так, им не нравится, видимо, наше присутствие. Но я не буду я на вас агриться, не переживайте. Ого, смотри, по-моему, родитель паразавр позвал малыша. Тот пошел пить воду и такой смотрит, типа, я лечу, что я могу сейчас атаковать. Это там Арикта бегает? По-моему, парочка Арикта, либо велоцирапторы. Нет, я, конечно, могу сейчас к ним подлететь, но, блин, я боюсь сейчас, знаете что? Я боюсь сейчас быть атакованным. Нет, это Арикта, разрыли только что прям норки. Удачное приземление. Ну-ка. Ну-ка. Нет, это Арикта. Не успели они вырыть свои норочки, да? Порыть тоннели, я покусал их немножко. Ну а как же, я же хищная птица. И мне нужно пропитание. Это знаете, как орел охотится на мышей, на каких-то крыс, там, не знаю. Стой.
Так, самое главное, чтобы мне сейчас тут не надавали. Я слышу, они роют тоннели. Ой! Ой, подожди! Подожди, стой! Где я? Да ладно! Я в норке? Не-не-не-не-не-не! Нет, я вылезаю из этого тоннеля. Слушай, не думал, что... А Рик-то? Ой, блин, простите. Тропео может залазить в тоннеле. Такс. Ну что ж, давайте попробуем... Ох, как светло резко стало, это очень хорошо. Давайте попробуем поискать их в тоннелях. Это прикольно. Так... Ай, блин, я здесь не смогу пролезть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот сейчас, да, вот лучше не стоит, наверное, вылезать наружу. Ты слышишь? Ой. Не-не-не-не-не. Давай-ка лучше мы сейчас отсюда... А вон там Арик-то сидел. Давай, мы сейчас отсюда улетаем. Что-то здесь слишком опасно стало. Паразавры. А кто на кого напал-то? Ой, да у меня даже прям провисло. Слушай, стой. Да что так лагает? А, тут еще и птеродактиль прилетел. Давай-ка атакуем его. Нам не нужны здесь лишние гости. Только подружишься с паразаврами, начнешь шастать по чужим норкам, и здрасте тебя. Но это всего лишь был птеродактиль. Мне, конечно, казалось, что сюда что-то пришло покрупнее. Честно говоря. Я прям был уверен. Такие просто крики были. Ну, ты сам слышал. Ну, знаете что, господа, птеродактили рознь Тропео. Не нравится мне, налетели они сюда. Ну, как ишь отсюда, у вас сюда не звали. Знаете, что сейчас начинается? Сейчас, по-моему, начинается бой за небо. Да-да. Ну, давай, я не боюсь быть атакованным. Я-то буду посильнее тебя. Ну, и куда же вы все? А-а-а. Ну давай, выходи на честный бой. Давай вот здесь где-нибудь. Угу, угу. Никак у него, ну не получается. Два птеродактиля пытаются меня атаковать. Куда делись остальные Тропео? Их было двое. Почему они не помогают мне? Такс, опс, мне нанесен урон. Мне кажется, я сейчас проиграю бой за небо. Урон небольшой. Так, я попал по одному птеродактилю. И кажется, ему тоже неприятно стало, но меня сейчас, честно говоря, просто добьют. Бой за небо будет проигран. Один птеродактиль я видел, упал и разбился. Короче говоря, переломал лапы и, по-моему, его затоптал паразавр. А вот этот вот, ну прямо никак не отвяжется от меня. Ах, научиться мне пикировать. Да, с пикированием у меня пока... Блин, проблемы. Вообще просто проблемы. Так, все, я ушел с поля боя. Потому что я боюсь потерять своего Тропео. Я и так его достаточно долго тоже растил. Вот, поэтому я сейчас восстановлю силы. И потом куда-нибудь отправлюсь в другое путешествие. Нет, пока, блин, мои умения боя в небе настолько ничтожно малы, что... Мне не оставят просто никаких шансов в будущем. Нужно больше тренировок, нужно больше сноровки. И, конечно же, нужно, чтобы кто-нибудь был рядом. А не оставили меня, вот как обычно.
Летишь спать, и потом все куда-то разлетаются, разбегаются в разные стороны, и ты остаешься один с врагом. Ух, все. В общем, я буду восстанавливать здесь свои силы под этим камушком. Ну, а если тебе понравилось данное видео, пальчик вверх, подпишись на канал. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока.